18番デニス・テンさん、カザフスタン。On the ice, representing Kazakhstan. Ну а сейчас на лед выходит Денис Тен. 19 лет ему. Он появился на взрослых соревнованиях. Это было в сезоне 2008-2009. Он, кстати, тогда приехал впервые и на турнир четырех континентов. Занял 9-е место, а на чемпионате Европы был 8-м. Это было, конечно, феноменальное катание. У него были очень яркие показатели номера. У него была ярчайшая программа. Сейчас позовем. По-моему, Чарли Чаплин. Могу ошибаться, но, по-моему, Чарли Чаплин. Тренировался он в Москве у Елены Буяновой-Водорезовой в ЦСКА. Но затем менял тренеров. В итоге сейчас с Фрэнком Кэрроллом сотрудничает в Минске. Он, конечно, в свои 19 лет уже готовый артист для любого ледового шоу. Блестящее умение выразить образ на льду, свобода, раскованность, чувство музыки изумительное, чувство ритма. Это, знаете, очень редкое качество. Мне кажется, что его невозможно выработать тренировками. Это то, что есть у Вёрджи Мойера. Это вот то, что есть у Дениса Тена. Ну, или можно еще называть, конечно, фигуристов, которые, они различают не только тон-тон-полутон, да, не только вот полутон музыкальный. Они различают еще и, так скажем, четверть тона. Они это слышат и чувствуют. Вот. И поэтому, знаете, вот почему, например, нельзя фортепиано или рояль заменить там обычным синтезатором, да, потому что звук зависит не только от того, на какую клавишу ты ударяешь, да, по какой клавише ты ударяешь, но и как ты, с какой силой ты ударяешь. В зависимости от этого звук будет сильнее или слабее, да, дольше или короче. Вот, понимаете, вот умение выразить вот это вот дольше или короче, сильнее или слабее звук, вот это очень редкая способность, и у Дениса Тена это есть. Поэтому, конечно, его программа выглядит изумительно. Технически как-то в последнее время проблемы существуют. Четверной тулуп бывает у него, получается. Он может прыгать четверной тулуп. Но вот видите, сейчас в короткой программе он отказался, решил остановиться только на тройных прыжках. И вот, к сожалению, не все удачно. Вот эти недокруты, они снизят ему базовую стоимость прыжков, ну и, следовательно, вообще стоимость, техническую стоимость программы. Парню 19 лет, он из Алматы. В этом сезоне вместе с хореографом Лори Никол и тренером Фрэнком Кэрроллом они сделали дилогию. И короткая, и произвольная программа – это одно целое. Короткая программа – это начало истории. Вообще, все сделано под музыку из кинофильма «Артист». Вот короткая программа – это, так скажем, начало этой истории, первая часть этой истории. А произвольная программа – это кульминация и финал. Вот так вот оригинально поступили Денис Тен, Лори Никол и Фрэнк Кэрролл. Ну что, много комплиментов, конечно, в его адрес я только что высказал. А бороться за медали он вряд ли сможет здесь, на этом турнире.
В прошлом году на чемпионате мира был 7-м. Frank, I hope you stay strong. Train hard for you. Ну, это не Фрэнк Кэрролл, как вы понимаете. 78 баллов он набирает и 5 сотых. И это всего лишь на 2 сотых больше, нежели у японца Такахито Муры. Да, за счет, конечно, второй оценки он превзошел японского фигуриста. Но 2 сотых — это ничего. Это